Два дня викторины фестиваля «Тюменская осень» завершились счастливыми эмоциями победителей. Везучие тюменцы стали обладателями ценных подарков, среди которых холодильники, телевизоры, наушники, смартфоны, квартиры и автомобили. У меня вопрос тогда очень серьезный. А кто будет ездить за рулем вашей новой «Лады Гранты»? Я восстановлю права и буду ездить. Вот это ответ. Молодец. Уверенная женская позиция. Продавец-консультант Наталья благодарит за машину свою семью. Ведь счастливую карточку с вопросом вытянула ее дочь. А отвечать в суперигре помогал муж. Прибегать к помощи интуиции. А вместо интуиции у меня муж, поэтому он никогда не подводит. Ничего не выигрывали. И вообще, я говорю, не верила никогда в эти викторины. В чудеса верила, а викторины нет. Так что вот. Люди, верьте в чудеса. Инженер Руслан тоже готовится сесть за руль нового автомобиля. Молодой человек признался, что права у него есть уже 20 лет. А вот собственная машина всегда была мечтой, которая теперь стала реальностью. Взял трубку, думал, что это розыгрыш. Когда начали задавать вопросы, уже понял, что, видимо, не совсем розыгрыш. Потому что... Вопросы были связаны с городом Тюменью. А тюменка с счастливым именем Надежда до сих пор не может поверить, что стала обладательницей нового холодильника. Такой подарок, это подарок судьбы, наверное. Не все же выигрывают. А мне вот такая удача. Мечты сбываются. И в это надо верить. Звучат фанфары! Пенсионерка Татьяна Франк уже спала, когда ей позвонили ведущие викторины. Но женщина смогла быстро сориентироваться, правильно ответить на оба вопроса и стать счастливой обладательницей новой квартиры. Я даже не думала, на вопросы-то эти. Как они мне по голову пришли, я не знаю. Посмотрите на хоромы мои. Конечно, к месту. Бывают лишние квартиры? Не бывает. Анна тоже получила в подарок квартиру в новостройке во время суперигры в прямом эфире. Ее большая семья, в которой шестеро детей, новой недвижимости очень рада. До последнего я не верила. Но когда уже ведущий закричал, что я выиграла квартиру, у меня настолько меня переполнили эмоции, что я не могла ничего сказать. Даже в трубку. И до сих пор даже не верится. Современная бытовая техника, айфоны, наушники, телевизоры и другие подарки еще ждут своих хозяев. Все, что нужно для попадания в суперигру, это принять участие в викторине фестиваля «Тюменская осень». Лилия Тагиева, Тюменская служба новостей.